Каждый день прибавляется очень много людей. Вот если в Фейсбуке у вас зайдете на страничку Антигептила, каждый день там десятками людей подписываются на эту страничку. Очень многие звонят, интересуются, тоже хотят участвовать, тоже хотят выразить свое мнение, гражданскую позицию. Санкции, даже незаконные. Сейчас вам продемонстрирую плакат. Это высказывание известного человека по поводу того, что в России, да, гептил постоянно микродоз. Ну, вот, в принципе, прочитайте, поймете. Объяснили, что такое пикет, и просто пытается. Хоть на самом деле. Thank you.